Наша задача была проехать на трех кастомах, свеженьких, не обкатанных, и посмотреть, что же из этого получится. Хочешь ездить далеко и счастливо, езди на стоке. Хочешь заработать геморрой, езди на кастомах. Теплое, яркое, летнее утро. В это время, имея мотоцикл, передвигаться на чем-то другом просто преступление. Ведь мотосезон в наших краях не самый долгий. Вот и пришла идея совершить мотопоездку. Взять и вырваться из суеты будней и хотя бы ненадолго раствориться в дороге, природе и простом дружеском общении. Итак, знакомьтесь, Валера, он же Fox Engineering, не мыслит себя вне мотоциклов. Отличное чувство вкуса, помноженное на способность найти выход из любого технического тупика и, как результат, построенные им ряд ярких, эффектных проектов. Два мотоцикла из трех в сегодняшнем трипе – его рук дело. Indian Scout. Сама модель и без того редкая птица в наших краях, а тут еще кастомизирована. Мотоцикл раздет до своей сути. Чему вся эта мишура в виде крыльев, ветровика, кофров и прочих утилитарных вещей? Только самое главное – колеса, мотор, седло, руль. Все это на отличной агрегатной базе. V-Twin 100 лошадиных сил, инжектор, ременной привод, шестипоршневые тормозные суппорта спереди и сзади, ретро-шины Avon с высоченным профилем и, как вишенка на торте, прямоточный кастомный выхлоп. В общем, остаться незамеченным и неуслышанным вам на нем не удастся ни при каких обстоятельствах. А комфорт и практичность? Да нет их здесь. Это Дима. Знает толк в свадебных делах и железобетонных конструкциях. Владеет вот таким аппаратом под названием Fence. Узнать в нем Yamaha XJ диверсию не так уж и просто с первого взгляда, так как мотоцикл довольно смело и кардинально переделан. Изменена колесная база, удлинен маятник, рама из обычной трубчатой превратилась в птичью клетку. Седло и выхлоп в стиле конфедерации. Интересная кастомная покраска. Очередная достойная работа от Fox Engineering. Что же с комфортом и практичностью? Все верно, их здесь нет. Ну а это я. В нашей сегодняшней троице моя голда GL 1100 второго поколения на первый взгляд выглядит чистым стоковым классическим мотоциклом. Отчасти это верно, ибо при восстановлении и переделке было решено минимально коснуться заводского дизайна и максимально сохранить классический вид мотоцикла. Хотя в процессе постройки заменены, переделаны и изготовлены с нуля около десятка деталей. И как результат, Honda Goldwing 1981 года выпуска стала скорее Honda Valkyrie. За 15 лет до того, как завод начал производить эту модель. Новое персональное имя Cerber и олдскульная цветовая гамма призвана добавить мотоциклу харизмы и индивидуальности. А полностью измененная кормовая часть мото позволила добиться более поджарого и динамичного силуэта как с кофрами, так и без них. По практичности и утилитарности у Цербера все на твердую четверку по пятибалльной системе. Поэтому в сегодняшней поездке он с легкостью выполнит роль бегового пса. И маршрут проложит, и багаж тройной увезет, и платформой для камер побудет. Все три кастома и вправду свежие.
и от своих гаражей более чем на 20 километров еще не отъезжали. А сегодня отъезд. Мы стартуем из города Бобруйска, Беларусь, и планируем совершить трип, в котором нас ждет и трасса, и архитектурная достопримечательность, и гравейка, и даже довольно редкое явление для нашей страны – паром. Поэтому остаемся на канале, надеюсь, будет интересно. Поехали! Слушай, я вот смотрел еще, знаешь, что видосы, там чувак с собой берет какие-то причиндалы для того, чтобы не бортировать колеса. То есть, есть отверстие, он какую-то шляпу вставляет. Вот есть такая, а зачем? У тебя они... Ну вот первая наша остановка – это деревня Дубовка, буквально в 10 километрах от города Бобруйска. И жила здесь, как вы думаете, всего лишь навсего внучка Пушкина, Наталья Александровна Воронцова. К сожалению, сама усадьба не сохранилась, а сохранилась только сельхозпостройка, то есть какое-то техническое здание. Но судя по вот этому зданию, можно представить, какая тут была сама усадьба. Также есть еще церковь, которая построена в соседней деревне. Я надеюсь, мы ее увидим. Это тоже ихними силами. Само поместье где-то-то не осталось, да? Потому что это же техническое здание. Почему? Это оно есть? Это оно сделали его техническим зданием, а так оно было не техническое. Вот там. Ну, потому что как-то вот нету окон сверху. Как. Окон сверху, там чердак. А вы внутри были? Да. А сейчас вот нельзя туда зайти? Ну, сегодня воскресенье, вы бы, может, зашли, завтра, понедельник здесь за склад каждый день работает. А ты, кстати... Да. Тоже приложили руку семья Воронцовых. Более того, за этой церковью они похоронены. А вот и могила. Аркадий Павлович. К сожалению, родные памятники были, они умерли в 1912 году, Наталья. И вот памятник оригинальный, который стоял изначально, не сохранился, его разрушили. И уже в советское время поставили. Наградили себе кастомов, проехали 50 километров, и теперь делимся, у кого что затекло, у кого что отвалилось. В общем, не для дальняка эта штука, но для красоты. Красота требует. Мы закатим, потому что с таким глушителем сейчас люди милицию вызовут. Ну, поехали! Итак, мы заезжаем на территорию. Здесь прекрасный берег. Здесь и живут,
и учатся, поэтому мы мотор не заводим, а тихо, скромно катимся. Возле лестницы там притормаживают. Ай, блин, солнце пошло. Да-да. Все, туда поехали. Добысно. Та же, что и в этом в жилищах, это одна и та же. И они друг другу на лодках поплавали. Тут 30 километров. До парома еще 30 километров в другую сторону. Усадьба Козел-Поклевских в Красном береге. Ну что тут говорить, место чудесное, и я однозначно рекомендую его для посещения. А впереди нас ждет переправа на пароме через реку Березина в деревне Паричье. Дорожный знак в 30 километрах от парома подтверждает, что он действует. И до 19:30 у нас есть шанс оказаться на другом берегу. Оказавшись вдали от больших городов и крупных трасс, частенько приходит в голову мысль: надо же, и тут люди живут. А ведь многие, родившись тут в глуши, росли, жили, умерли и были при этом счастливы. И, конечно же, им глубоко наплевать на то, что подумает или скажет какой-нибудь проезжающий. Так что ты там расстрел? Очень расстрел. Дорога просто... В общем, дорога плавно превратилась в стиральные доски. А скоро будет гравейка. И, короче, все порастрясли, а туалетной бумаги мало. На троих не хватит. Я первый. Подписком выделяется бумага. А, подписком, да, потолоном. Да тут же листья растут. Вон папороть, кветка. Потолоном. Сколько там было? Три шаурмы? Три салфетки? Мне не надо. Гравий, песок, камни, стиральная доска. Не самое подходящее покрытие для боберов и кофе-рейсеров. И тут ребятам пришлось поднапрячься с
запомнить все навыки езды на кроссовых мотоциклах. И лишь моя голда со своей гидропневматической подвеской более-менее справлялась с пробоями и заносами, притворяясь, что делает это играючи. Ну что, живы? Необычное ощущение. Едешь лес, потом такой оазис, какой-то пляж там на той стороне, что-то такие. Коттеджи какие-то. Ну вот, путь гравейкой и бездорожьем, и тросянкой пройден успешно. И мы наконец-то добрались до паромной переправы. Это река Березина, живописные берега. И вон там наш паром, который должен подойти минут через 15-20. Ну а мы пока искупнемся, попьем кофейку. Пани, водичка как? Вот и наш паром подъезжает. Погрузка и выгрузка с парома по команде матроса. Печенье могу еще? А вы тут на пароме работаете? Рудуэн заказчик. 32 таких вот дурачка, они в речку уйдут. Надо разобраться. Пускай они шире сделают автобан. В Германии 4 полосы в одну сторону, 4 в другую. Не меньше. Они за дорогу это получают деньги? Да. Получают? Да. Так пускай делают и работают. Почему такая дорога? Я напишу, блядь, в президентскую комиссию. Куда? В президентскую комиссию. Пускай я с тобой согласен. Разберутся. Сука, одна несправедливость, блядь. Сколько я ездил, одна несправедливость. Ты делаешь? Делай. Я таким дороги, блядь. Таким не бывает дорог. Мы платим за дороги. А нам как делают дороги? Вот такая Рогачёв, это Рогачёвская, блядь, дорога. Отвечаю. Мы загрузились, через 2 минуты отправляемся, первый раз в жизни на пароме, еще и на мотоцикле. Поехали. Прощай, левый берег, привет, правый. Вот так выглядит паромный агрегат. Но выхлопная, как у трактора. Все остальное не понимаю. Yeah.
got this mountain. I found out I was Jesus. I don't want to be crucified. Don't want thorns on my head. I don't want to walk among the dead. I don't want to be Jesus. Jesus. Уже 7 вечера, и вот наша поездка состоялась. Наша задача была проехать на 3 кастомах, свеженьких, необкатанных, и посмотреть, что же из этого получится. 2 из них были совершенно не приспособлены для дальних поездок. То есть и посадка, и подвеска, и ветрозащиты никакой. Ну и к тому же мотоциклы не подвели, ничего не сломалось, ничего существенного не произошло. Мы выявили какие-то недостатки, которые можно сейчас подшлифовать, добавить, устранить. Кастомайзинг — это, конечно, красиво, но непрактично. Хочешь ездить далеко и счастливо — езди на стоке. Хочешь заработать геморрой — езди на кастомайзинг. Надеюсь, было интересно. Так что не переключайтесь, подписывайтесь. Продолжение следует. Пока! У-у-у.